Быстрее. Короче, я все узнал. В эту ночь никаких коробок, никто никаких коробок не приносил. Угу. Работала другая смена. А эти не сменят, понимаешь, в полночь. Ну, я молодец? Тише, тише, ты молодец. Окей, я понял. Угу. Ивашова номер 4. Сарафанова, Попова номер 2. Рудакова номер 1. Я просто не знаю, как мне сказали закончить весь этот цирк. У меня нет версии. Либо ждать, непонятно чего, либо спровоцировать преступника, ну как? Ну, назови ее коровой. Ну, или самкой жирафы. Ну, наступи на платье, в конце концов. Каждый наступает. Ну, смотри на всех, как будто вот... Ну, как на меня вчера при знакомстве. Как на подозреваемого. Да. Нервы у всех лопнут, это точно. Внимание всем конкурсанткам, готовность номер 1. Всем желаю удачи. Спасибо. Ирина Сарафанова. Да, это я. А номерочки раздали уже? Номер 3. Спасибо. О, проспала номинантка на спящую красавицу. Пойдем. Они все кошечки, а ради короны готовы и кислотой в лицо, и под пояс бросить. Крокодильши. Под номером 3 Ирина Сарафанова, студентка Института пищевой промышленности, 19 лет. Под номером 2 Диана Попова, Гринпис, защитница всего живого. Вероника Рудакова, будущая телевизионной журналистики, победительница нескольких конкурсов красоты. А вот тут готов поспорить, что за ней точно кто-то стоит. Я? Я за ней стою. Меня зовут Вероника Рудакова. Мне 26 лет. Скажите, Вероника, а почему победить должны именно вы? Потому что чего вообще пришла? Так, мне кажется, лучше. Но если честно, то я считаю, что все эти конкурсы красоты сплошное вранье. Ну, правда, посмотрите, вот тонны макияжа или вот эти когти наклеенные. Ну, неужели это все красиво? А, например, походка от бедра. Ну, мы же так не ходим в жизни от бедра. И вообще, ну, неужели вы считаете, что девушка без макияжа и в джинсах не может понравиться? Может, может. И выглядеть может хорошо. В общем, я за естественную красоту. Вот. Правда? Да, слушаю. Объясните ей, что это хорошо. Токсины выходят на поверхность. Так и должно быть. Это признак полного выздоровления. Вы понимаете меня? Что значит успокоиться? Я в финал не попадаю с таким лицом. Ну, кому нужно такое лицо? Кому? Мне нужно. А ты кто? Директор федерального канала? Кто ты? Вся Россия? Ты меня устроишь телеведущей? Кто ты? Так, Ник. К черту этот конкурс. Давай попробуем в следующем году. Ты что, дурак, что ли? Ты идиот в следующем году? Мне 27 лет уже, Витя!
Дорогая, корона не стоит таких мучений. Знаешь что? У меня, в отличие от тебя, есть честолюбие. Я хочу блистать, я хочу быть знаменитой. Я не квочка на кухне сидящая, понял? Иди отсюда! Нет, да уйди от меня! Чего ты? Ты? Слушай, все было отлично, ты не переживай, все было... Во! Говори. У меня новая информация есть по Федотову. Не, я по телефону не могу. Хочу твою реакцию видеть. Знаешь, здесь за отелем у воды есть лавочка. Я тебя буду ждать здесь. Ага. Слушай, мне уже смыться на полчаса. Прикроешь меня? Понял, понял. Все сделаю, никто тебя не заметит. Спасибо. Стой, подожди. Клатч возьми свой. Все, приехали. Знаешь его? Видела в гостинице рядом с одной. Свяжи его. Ага. А ты куда? Это вы? А ты кого ждала? Парня? Не может он подойти. А что, с ним что-то случилось? Нормально все с ним. Это кому? Мне. Я думала, от вас. Я не права. А с чего ты взяла, что это я тебе куклу подбросила? Ну, вы вчера так странно меня в холле смотрели, а потом перед конкурсом. А потом я прихожу в номер, а тут эта кукла с иголками. Ну, вы знаете, как я испугалась? А Борька так вообще с ума сошел, ну и пошел меня защищать. А Борька это кто, парень? Да нет, это брат мой. Вы нас простите, пожалуйста. Отпущу этого Борьку. Только обещай молчать про нападение, про куклу, поняла? Угу. Только вы в полицию не заявляйте, а то меня выгонят. Это все, что тебя волнует? Конкурс? Ну да. Нет, подожди! Стой! Иди сюда. Слушай, эта Волкова не должна облажаться. Ты с нее глаз не спускай, понял? Пусть она мне выиграет корону. Хорошо? Я буду спать, иди. Иди. Я буду спать. Не надо, у меня лицо все болит. Куда ты? Люблю тебя. Я тебя люблю. Не обижайся. Идиот. Слушай, ты серьезно ей веришь? Это Ирина могла сама себе куклу подбросить. Ну, тогда она бы первая принесла ее в администрацию. Устроила бы шум, чтобы привлечь внимание и одновременно отвлечь. Потом она же не знала, что я заявлюсь к ней в номер. Нет, не она. У тебя что? А я разговаривал с Крачуком. А кто это? Этот Крачук сидел вместе с Федотовым в колонии. И Федотов ему рассказывал, что сидит за то, чего не совершал, понимаешь? Ну, так говорит каждый второй сиделец, Сень. И именно за это ему обещали досрочное освобождение, защиту семьи и прочие блага. И Хомяков его убрал? Почему, как вариант? Да, ну... Ну, например, он мог прикрыть Федотовым кого-то из близких, понимаешь? А раз так, то Федотов, выйдя, мог представлять серьезную опасность для предвыборной кампании, понимаешь, кандидата в мэры, шантажировать его. Ну, это как-то вообще не вяжется. Ну, сам подумай, зачем Хомякову было его освобождать? Тем более накануне выборов. Ну, сидел бы он еще год четыре. Нет, ищи Мазурова, Сень. Я пойду еще в куклы поиграю и вернусь.
Я вас полчаса по всей гостинице ищу. Соскучились? Нет, волновался. Это что, еще одна? Угу. А вы куда пропали? Я был в больнице. У Вероники сильнейшее токсическое отравление. Она практически потеряла лицо. Она очень страдает. Чего вы взяли, что мне это интересно? Скажите, а вы хоть на время не хотели бы поменять свою жизнь? Знаете, ваша невеста боится потерять корону первой красавицы. Это ее фишка. А ваша фишка – стать мужем первой красавицы. Вот и получается, что вы оба без этой короны ни черта не стоите. Поэтому не лезьте в мою жизнь. Я изображаю здесь вашу невесту ровно до того момента, пока не поймаю преступника, ясно? Спокойно, вы просто порвали платье. Ага. Да не дергайтесь, дайте я посмотрю. Татуировка сделана в память о любимом человеке. Он что? Да, он погиб. 4 года назад в горячей точке. Простите, я не знал. Вы все еще думаете, что моя жизнь скучная? Я не это имел в виду. Простите, а вы сегодня еще что-нибудь ели? Не-а. Теперь понятно, почему такая злая. Кроме меня, тут еще кто-нибудь бывает? Или я единственный посетитель вашего ресторана? Мы сегодня закрылись пораньше на спецобслуживание. Я, кстати, могу есть вилкой и ножом, так что вы можете меня не стесняться. Я забыла, Вероника же вообще не ест. А вы знаете, с вами легко. Покормила, вы сразу добрая. А с Вероникой тяжело? Ага, вот, нашел. Это Таня. Это Таня заявлена на 3-м туре конкурса. Послезавтра. О, можете не волноваться, я вылечу раньше. Ну, вы сегодня попробовали это сделать. Результат обратный. Я буду настойчивее. Послушайте, танго – это танец для настоящей женщины. Она может быть сильной, своенравной, необузданной. А может быть хрупкой, мягкой, нежной. В любом случае, это не покладистая размазня. Это женщина. Умная, тонкая. Единственный в своем роде. Танго – это танец для тех, кто смеет. Гордость и внутренняя сила. Вот главные качества тангера. Мне нужно поймать кукольника и отравителя, а не заниматься какими-то танцульками. Вы знаете, я сейчас понял свою ошибку. Вам слабо, это танец не для вас. Что? Будем танцевать летку-енку. Пам-пам-пам-парам-парам. Это больше подойдет вам. Я представляю, все пацаны в детстве на бокс ходили, а ты с бабушкой за ручку на танцы. Мужчина, в твоем понимании, это тот, кто может в рожу дать? Ну почему? Постоять за близких, за себя, за родину. У меня черный пояс по тэквондо, а танцами я увлекаюсь 3-й год. Вероника притащила. Да, и мне понравилось. Здесь можно показать лучшие качества. Не игру мускулами, а благородство. Ответственность за женщин. Тут важен не просто партнер, а мужчина. Страстный, сильный, уверенный в себе. Только тогда женщина доверится целиком, и он поведет. А женщине остается слушать свое сердце и ритм биения сердца мужчины. Что это было? Это рана? Ну, ты повернулся, и я подняла ногу. Не надо спешить. Мужчина подчиняет, а женщина не спешит подчиняться. Запомнила? Угу. Только тогда это интересно. Это танец равных партнеров. Хорошо, только не ори, пожалуйста. Я не ору, я абсолютно спокойно. Давай. Поехали. Ага. И... Ты где? Все идет не по плану, слышишь? Я тебя слышу. Успокойся. Ты знаешь, что Федотова убили? Поэтому сиди тихо, без лишних движений, я все решу.
Я провожу. Не надо, сама дойду. Куда, куда? Где вас носят? Полночь на дворе. Подвинься. Ну как? Портье-то сменился? Ну и? Короче, новости такие. Три одинаковых коробки были доставлены фирмой «Скороход» для трех участниц. Вероники, Ирины Сарафановой и Дианы Поповой. От кого неизвестно, но зато есть номер заказа. Я сейчас все узнаю. У меня друг владелец «Скорохода». Так, стоп, ребят, все. Я здесь следователь, я во всем разберусь. Понятно? Всем спасибо. Да, и пробейте номер заказа все-таки. Спокойной ночи. Да, пока нет. Ну как? Почему? У тебя же есть все доказательства. Она должна сама себя выдать. А? Открываю коробку, а там жуткая кукла, истыканная вся иголками. А под ней бумажка с надписью «Корона – твоя смерть». Вот так, да. Я пошла в администрацию, они говорят, ну чего, чего так переживаете-то? Нормально? Я говорю, серьезно? Да, мне тоже пришла. Да? Я даже думала заявление в полицию подавать. Но потом подумала, это же всего лишь конкурс. Наверное, кто-то из конкуренток подсунул. Ты действительно считаешь, что ты кому-то конкурентка? Вот наша королева. Вероника, какое у вас роскошное платье. Это от Мерлин Назарян? Да. Это вообще самая последняя коллекция. Писк. Да, я Эд, стилист Вероники. Очень приятно, я вас видела. Шоу ваше по телевизору. Ну, и сами собой. Повезло Веронике с вами. Такой стилист, лучший и такой дорогой. Только зачем он тебе, Никуш? Столько денег на ветер, все равно ведь корона твоя. А потому что Вероника есть королева. Да. Она этого достойна. И меня, и платье достойно. Ну, конечно же, больше всех нас. Ну, что ты сидишь? Ну, иди, она же уходит. Девочки, что вы ссоритесь, в конце концов? Давайте попьем водички, принесите нам. Вот Вероника рекомендует. Я знаю, что кукол отправляла ты. Как докажешь? Мы позвоним в фирму доставки, узнаем, с чьей карты был оплачен заказ. Ты ничего никому не скажешь, потому что... Потому что у тебя любовник член жюри. К тебе в номер приходил. Здесь в отеле повсюду камеры, мы посмотрим, и ты вылетишь, как пробка, дорогая. Подстилка хомяковская. Что? Что слышала? Что думаешь, самая умная? У меня тоже информация есть. Доказательства. Этот импотент сказал, что Хомяков ему лично в конверте занес, и остальным членам жюри тоже. Чтоб ты, милая, выиграла. Дура я, что диктофон не включила. Теперь только вице-мисс. А почему вы здесь? Как? У нас же репетиция. Я ресторан закрыл и персонал отпустил. Да. Сейчас. Сейчас. Дружеский совет нужен. Смотри, ситуация такая. Мужчина очень любит женщину, собирается на ней жениться. Она ему наставляет рога. Это он должен знать об этом или нет, как ты думаешь? Подожди секунду. Подожди, перезвоню.
У вас все в порядке? Дарья! Что случилось? У вас есть фонарик? Да, конечно. Давайте. Вот, возьмите. Угу. Здесь кто-то вывел провод под напряжением, а я дура руками. Хорошо пробки вышибла. Ничего себе. Подождите, что это? Можно? Это же пластырь от мимических морщин. Мы такую этику специально из Франции привозили. Да, точно. Это не Эдик. Почему? А зачем ему убивать полицейского? Он же знает, что я не Вероника. Я сейчас вызову своих. Пусть они номер обследуют, а вы спускайтесь. Я сейчас переоденусь и подойду. Идите. А я говорю, что я тебя отзываю. Я закрою этот конкурс к чертовой матери. Открою полноценное расследование. Всех причастных, понимаешь, на допрос. Все записи с камер посмотреть под микроскопом. Всех этих персонал есть просеять через сито. И пусть меня тогда вызывают куда угодно. К мэру, понимаешь, на ковер. Куда угодно. Чего молчишь ты? Я знаю, кто убийца. Он все время был рядом. У него есть доступ в номер. Ой, он в курсе всего расследования. А главное, у него серьезный мотив. Ты уверена? Да. Ну хорошо, только без глупостей. А вы знаете, что по вопросам зрителей ваша невеста лидер конкурса. Вы рады за нее? Да, вы знаете, очень рад. Извините. Поехали. Дорогая, тут интересуется, рада ли ты, что ты в лидерах? Ну, конечно. Рядом со мной мой жених. Это такая поддержка невероятная. Да, но это не всегда просто. Ты тоже не прост, дорогой. Спасибо, любимая. Пошли, пожалуйста. Да, извините. Нет, в ресторан не поедем. Здесь перепетируем. Хорошо. Вероника, Вероника, можно простите, давайте не сейчас. Не сейчас, ребята. Ребят, давайте не сейчас. Давай лучше в ресторан. Спасибо. Хорошо, в ресторан так в ресторан. Садись. А, то есть мы продолжаем играть? Хорошо, садись вперед. Нет, лучше назад. Проще провести захват, если надумаешь сбежать. Уверена, что с тобой все в порядке? Нет, я не уверена. Я не знаю, какие последствия после удара током. Может, тебе все-таки к врачу обратиться? Поехали в ресторан. Это танго. Кавалеры приглашают нам. А я сэкономила вам время. Представьте, что вы уже меня пригласили, и я согласилась. Давайте начнем. Нет, так не пойдет. Идите в угол. Я вижу, вам нравится командовать. Но с Вероникой этого не получалось. Вероника, я простой парень. А она... Она женщина мечты. У нее взгляд шире, связи, все запланировано. Богатый муж, трое детей. Мы хотим четверых. Она хочет, а вы соглашаетесь. Она позволяет себя любить, а вы любите. Да. А еще у вас есть свое мнение. Вы, например, не хотите заниматься бизнесом, но не имеете права ей перечить. Я люблю угождать любимой женщине. И еще вы боитесь. Я боюсь ее потерять. Вы боитесь ее истерик. А она из тех женщин, которая на людях сдерживается, а потом на близких все вымещает. И вы все время хотели, все время должны были сдерживаться, а это тяжело. Единственный момент, когда вы по-настоящему себя чувствуете с ней мужчиной, это когда танцуете танго. Тяжело же все время себя сдерживать и быть подкаблучником. Остановись уже. Ты узнал, что Вероника спит с Хомяковым. Что ты сказал? И решил ее убить. А конкурс красоты очень удобное место. А потом появилась я. И тебе стало мешать, и ты решил убить меня, подставив Эдика, так? Что ты сказала? Я знаю, что ты убийца. Нет, с кем она спит? С Хомяковым. Стой!
Даш, я понимаю, ты еще под электричеством, но мы не можем объявлять его в розыск, у нас нет никаких улик. Я согласен. В смысле? Ну, где он взял этот ботокс? Господи, купил, украл, как угодно. Но у нас нет улик, только чувства, даже вернее эмоции. Ты понимаешь, что он меня использовал? Ну вот как, он мне руку подавал, он танцевал со мной. Да. Его надо брать, срочно надо брать. Понял. Спасибо. Все, машина твоего отеля стоит около больницы, где лежит его краля. Отправляйте группу. Вот тебя накрыло. В смысле? Ну что? Ну не добивать же он ее туда поехал, а отношения выяснять. Даш, он не знал про Хомякова. Зараза. Вить, ну это все какие-то глупые сплетни. Ну честное слово, Вить. Вероника. Вить. Включи логику. Он не женат, богат, у него связи. Сначала я снимаюсь у него в рекламе, потом он мне покупает корону, а я, значит, выхожу замуж за тебя, да? Меня хотят подставить, это же очевидно. Сначала это кукла, потом сплетни. Это же конкурс красоты, это нормально, Вить, ты же знаешь. Вить. А самое ужасное, что меня хотели убить током, а мы сейчас обсуждаем эту чушь, Витя. Хорошо, что меня там не было. Да, Даше досталось. Ну, досталось, это ее работа. Умирать вместо тебя ее работа? Подожди, ты сейчас серьезно? Да. И чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты покинула этот конкурс. Точнее, Даша. Интересно, почему? Да потому что эта проклятая корона не стоит этих жертв. Да откуда ты знаешь, сколько стоит моя корона? А, уже твоя? Нет. Вить, то есть я не это хотела сказать. Вить, что ты придираешься к словам? Я правда, ты знаешь, я очень устала, Вить. У меня нет больше сил, нет настроения и желания все это обсуждать. Мне тоже очень тяжело, правда. А Даша, она подготовлена, она будет очень внимательна. Все, Вить, пожалуйста. Ну смотри, вот одна горничная пришла с уборкой. Вот портье ночью принес виски. Вот еще одна горничная. Вот охранник. Не всех опрашивать? Не знаю. Разваливается все. Хорошо, понял. Завтра запрос придет из Владимирской области на Мазурова. Хоть фото у нас его будет. А что из Владимирской? Ну, они перед гибелью сына переехали сюда из-под Владимира. Зачем? А вот это мне и предстоит выяснить в разговоре с сестрой погибшего. Ты нашел дочь Мазурова? Да. Поэтому иди. Почему? Даш, потому что ты в образе. А, господи. Пришел с повинной, готов сдаться. Мне это засчется на суде? Как, Вероника? Уже намного лучше. Скоро сменит вас на конкурсе.
Хочу извиниться. Да, не стоило вам так говорить. Она не спала с Камняком. Она вам так сказала? Да, и я ей верю. А повел я себя с вами безобразно. Простите. Не сразу в тюрьму ехать или продолжите допрос? Не, вы свободны. Спасибо. А вас подвезти? Да, в отель. Поехали. Ну, правда, не знаю, что на меня нашло. Может, действительно током шарахнуло. Что? Ты сказала что-то? Я говорю, сзади неудобно, кричать приходится. А, да, есть такое дело. А сидеть сзади – это статус или это модно? Ну, во-первых, это безопасно. А во-вторых, после аварии Вероника просто боится спереди сидеть. Попали в аварию? Да, но это еще было до нашего с ней знакомства. Она тогда за рулем сама любила ездить. Пострадала сильно? Да нет, не очень. Просто испугалась. У нее даже нервный срыв был. Но, говорит, как дети пойдут, тогда опять придется садиться. Поликлиника, больница, детский сад. Ничего, потихонечку все наладится. Слушай, ну по базе ГИБДД она получила права 5 лет назад, но ни в одной аварии не была. Даже мелких ДТП за ней не зарегистрировано. И вот, значит, кого покрывал Хомяков. Да, ну как Мазуров об этом узнал? И как его найти, если его родная дочь его 2 года не видела? Все, Сень, давай завтра, я уже ничего не соображаю. Угу, пока. Даже если бы это было так, вы думаете, я бы вам рассказала об этом? Хорошо. Значит, вы не признаете, что состоите с Хомяковым в близких отношениях. Но мне все равно придется это выяснить. Я встречусь с его супругой, с сотрудниками. Да его супруга теперь, после развода, живет на Лазурном побережье. И вы думаете, она из мести хотела меня убить? Вы знаете, Хомяков, я отвалил такую сумму, что она вообще должна быть мне благодарна. Ну, я имею в виду, если бы наши с ним отношения были бы правдой. Ну, хорошо. Раз у нас разговор не клеится, я тогда, пожалуй, пойду. Всего доброго. Доброе утро. Доброе. Чего вы вызывали? Репетировать. У нас вечером выступление, мы не готовы. Это имеет смысл, разве? Конечно. Осталось совсем немного. Поехали. Я вообще собирался в больницу ехать. Ну что, мне надо репетировать. Поехали. Наконец. Ого. Посмотри, что за мной происходит. Ну ничего. Ну что ты? Все. Ну я же не тот человек. Теперь я за Колю Федотова вообще всех на уши поставлю. Я просто не знал. А если тот, кто убил Федотова, теперь меня хочет убить? Не, он все про тебя не знает. Ну, что ему, Федотов что ли рассказал? Тогда
это не в наших с тобой интересах. Да, малыш? Да? А ты почему до сих пор с этим пингвином, ты мне скажи, а? Твоего развода 5 лет ждала. Дай конкурс выиграть. Малыш, вот портье ночью принес виски. Вот охранник. Волкова. Поняла. Разворачиваемся, быстро едем в отель. Сама не суйся. Это приказ. Выехала группа захвата. А репетиция? Быстро в отель! Нет. Оставайтесь здесь, работать не мешайте. Где Мазуров? Мазуров, стоять! А где ваше оружие? Выкину. Я же признаю свою вину. Где подписать? Я устал, не могу говорить. Ну что, все, дело закрыто. Ты его на камерах видел? Ну, конечно, я его так и узнал. Ну, как фото из Владимира прислали, так сразу. Да? А в номер он ко мне заходил? Ну, по-моему, нет. Ну, хочешь, я еще раз посмотрю? А ты видел, когда я его спросила про ботокс, он вообще не знает, что это такое. А провод? Провести ванную? Это надо попасть в этот номер. И откуда он знает, что Вероника сбила его сына? Даш, по-моему, ты загоняешься. Ищи оружие, Сень, ищи. А ты куда? В отель. Искать сообщника Мазурова. Потому что если он начнет действовать, то, скорее всего, на конкурсе. Даш, слушай, не лезь на рожон, а? Добрый вечер, дамы и господа. Ну вот и настал тот час, когда мы можем узнать... Так. Звезда, запомни, ты прекрасна, я буду за тебя болеть. Удачи. Спасибо. Даша, ты не устала? Что с тобой? Пойдем, нас объявляют. Тебя сейчас вызовут как Веронику Рудакову, и ты пойдешь на сцену, как ни в чем не было. И мы будем изображать влюбленных. Это какая-то бездна вранья. Нет, подожди, послушай меня. Послушай меня, это важно. Сначала это было для Вероники, точнее для нас. А теперь я запутался. Запутался в двух одинаковых женщинах. Как будто я ее предаю с тобой, а тебя с ней. Вот скажи мне, пожалуйста, тебе это зачем нужно? Мне нужно поймать преступника, пойдем! И все? Слушай, вы действительно одинаковы. И обеим от меня что-то нужно. Одной корону, другой преступника поймать. Веронику Рудакову и Виктора Лебедева под ваши аплодисменты! Объявляют. Тебе нужно. Ты иди. Витя! Витя! Одна горничная пришла с уборкой. Добрый день. Меня зовут Светлана Мазурова. Медсестра погибшего. Она работает медсестрой в больнице. Чтобы купить ботокс, нужно иметь медицинское образование. Ну что ж, как водится ведущему, ему нужно сходить за кулисы, узнать, что же все-таки произошло. Не меня ждете? А для вас, диджей, включим что-то душевное, вышибающую слезу. В общем, растворяйтесь, слушайте музыку. Я ненадолго. Чао! Мой брат такого не заслужил. Он был такой талантливый, у него было будущее. Она все у него отняла. Как можно бросить умирающего? Врачи говорили, что если бы
его раньше отвезли в больницу, он бы выжил. Она отняла у меня отца, мать и брата. Отец был в курсе ваших планов? Нет. Он все забыл. И мать, и брата. Нашел себе женщину. Мой отец – тряпка. Он считал, что можно простить и жить дальше. Как такое можно простить? Когда я узнала, что Федотова освободили досрочно, что у него все хорошо, новый дом строит, я выследила его. Винтовку и патроны я взяла у отца в сторожке. Отец мастер спорта по биатлону и нас с братом стрелять хорошо научил. Это тебе за моего брата. За Мазурова. За рулем был не я, это Вероника. Я нашла в сети Рудакову и глазам не поверила. Она на конкурсе в этом самом отеле, где теперь работает отец. Я поняла, это знак, это не просто совпадение. Пришла к отцу на работу, сказала, что хочу помириться. Он обрадовался, показал мне отель. Дальше было дело техники. Украсть мастер-ключ, найти форму горничной. Воду в бутылках отравила я. Но эта гадина выжила. Пришлось электричеством. Нет ее. Нету? Конечно, ты же так всегда все испортил. Ты же тряпка, ты же ни черта не умеешь. Правильно, мне нужно было слушать Хомякова. Конечно. Ты меня вообще любила? Тебя? Человека без цели, без амбиций? Нафиг ты мне нужен? Ты знаешь кто? Ступенька. Я тебе переступила и пошла дальше. Тьфу на тебя! Вали! Вероника встречалась с Хомяковым до вашего с ней знакомства. Он не разводился, она ушла от него сразу после аварии. А потом время прошло, Хомяков развелся и решил вернуть взаимоотношения с Вероникой, но она... Мне это неинтересно. Это неправда. Ты зачем пришла? Я пришла, потому что... Потому что ты должен мне танго.